Все-таки звуки тихие, мне кажется. А, ну да, у меня убавлена громкость почему-то на 70%. О! Бил? Да. Ты по мосту? Да-да-да. Бот был или кто? ЧВК, блядь. Какой-то подболотник на меня выскочил, блин, из болота, прикинь. Хорошо, что их тут не стая, блядь. Увлекательное шоу, не останавливайся. Да я у меня встала, чё. Одного. Еще есть двое, по-моему. Подожди нас. Бетхиливаюсь, я пытаюсь перепрыгнуть. Вон еще один должен быть. Обычно. Угу. Мне вот это в кайф что-то заехало. Малая. Винторез не буду брать, типа. Ты уже прям по длине бежал? Я вышел. Сзади железо. Карман, что ли? Нет, сюда на длину я вышел. Нет. Карман. Да я не понимаю, вид говорит. Уже не несё, хз. Дал хае туда. Оказалось сначала, что сзади, но не уверена. Да-да-да, он бегает там. На территории за мусоркой. Все еще за мусоркой. Убил. Гранатки возьму на всякий случай. Твоя бабушка тебя убила, вид. Бабуся там какая-то. Ага. Какие-то профессиональные игроки. Пусть сидят дальше в своих кустиках. Наслаждаются геймплеем. Глушак, стройка. Или рядом. Улица. Рядом. Где-то рядом. Четко было слышно глушак. Да, бежит по малой двое. Один минус. Отработало? По одному, да, но там еще трубаж был. Бил? Я бегу. Бил? Да. А, ты поэтому отработал? Это третий, значит. Мне что-то оружие поднялось. Я вообще не поняла прикола. Пол за двушкой, по-моему, это граната. Или даже дальше туда. Нет, дальше. Где-то в насыпи.
кину тут добро. Бля, где их тут искать? Тебе попали? Не-не-не-не, по кому-то. Убил одного. Его ранили где-то с КПП, где-то с той стороны. Две снайперки вроде бы. Я уйду влево, прям по левому забору буду туда идти. Да. Вообще один стрелял. Вижу, на КППшке один. Сука, сетка сожрала все патроны. Прям на КППшке за Уралом. Я поняла, он направо убегал. Да-да-да. Возьми его справа тогда, или я возьму все еще. Одного убил, это другой. Понял. Тебя вижу. Подходы к тебе тоже вижу. Наша, короче. М-ка. Это у выхода здания. С компами. Слышишь, стреляет? Да, но там было ДВ. Может заманивать, но нам это и нужно, как бы. Пойдем. Где на выходе, наверное, сидит? Тут нет никого. Мог выйти, наверное. Иди тут, конечно, типы вкусные. Ты бегаешь? Да, я у ремянки. Тут выходили уже. Вот эта херня, которая стреляла. Да, 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 да. Вот он врубил. Мы же слышали, что там под кранами бот по кому-то стрелял. Вот он под кранами прошел, врубил рычаг, ушел сюда. А с другой стороны, с кем они стрелялись, он ушел там на ЗБшке, значит, на выходе. Ты же побежал? Да-да-да. Какой-то глушитель. Саша, здесь не ты прикалываешься? Нет-нет-нет-нет, откуда? Ты где была, я точнее? Я поняла, как будто сзади, или не сзади, справа, как будто с центра, мост? Короче. Мост? С перекрестка, да-да-да. Тебя сейчас ранили, да? Нет, не ранили, но он рядом попал. А ты сейчас крикнула, когда в тебя попали. Ну, значит, он попал, а игра посчитала, что нет. Понял. Ты где сейчас? На холме. Подбегают с перекрестка. Тихо-тихо-тихо, не шурши. Двое, как минимум. Минус один. Второго не вижу. Точно двое? Да-да-да. Дал. На холм легкую. Еще дал. Слева буду обходить холм. Он справа. Убил меня. Его. Как он обошел без звука? Я вообще звука не слышал. Тоже не было. А не было звуков просто. Звуков нет. Я слышал четко, что они подходят слева. Потом ноль звуков, и он уже справа лежит где-то. БС. Быстро. Я от БС закончил. Ну, повезло, что зарегало у него. О, еще гранатки. Чуваки, двое.
кинешь меня пока что отойду? Если выживешь. Ладно. Там двое, походу, слева от меня. Еще один, возможно, справа. Попал ему в ручку. Эх. Ладно, пошел я, короче, спать. 300 по броне. Давай, спать. Ой-ой-ой. Блэкауты. Сколько раз ты попал? А, он меня в левую руку убил. 3 раза в левую руку. И 1 в грудь, да? А, ну у меня же крудак-то был не захилен. Да, да, да. Он мне руку выбил, получается. Дамаг прошел по всем конечностям, и я сдох от этого. Тут, походу, не было никого. А, нет, тут и есть. Ящик пойдет лутать, наверное. Ага. 62-й? Ёл, ты чё тут забыл, чел? А бейсбол заканчивается? Нет. На кухне, походу, стоит. Он не сдох? Или там еще один? Я же ему в голову попал. Прямо в голову. А, нет, сдох. Ну там еще один. Потому что первому прям вот так идеально в голову попал через холодильник. От бедра. Надо еще проверять, а то тут любят они пятером сидеть. Первый, точнее, вроде более такой жирненький. Да. Так, это сюда. Блин, у него тивиха. О, понятно. Так, хорошо. Это сюда. Калаш, кстати, с вафлей, с топовым глушителем. КМчик. КМчик, наверное, ходит в зрительский зал. Вот справа стоит. Убил по 7, по-моему. Бля. Ебан.
ТМ-ка. А где дробовик? Пусти, игра. Вот он, дробовик. Такс. Так, а что тут, может быть, Хае кого-то зацепило еще? А нет, дробовик его убил. О, дробовик могучий у типа. Я, наверное, весь его не смогу утащить. Придется его вот так сделать. Что там за гачи звуки какие-то? Так. Тендеро. Происходит у вас. Кто-то на территории закидывает сюда гранаты, надо обходить. Блядь. А, где-то он лизал в кустиках, походу, за бетонным блоком. Какой молодец. Господи. Ты что тут сидишь все это время с дробовичком? Давай-ка в лобби посидишь, друг. Как вариант тебе такого геймплея? Спасибо за лут никнейму типа. Ну тут, да, без вопросов. Действительно. Это как бы уже затруднительно. Вылезай, да, козёлы нахрен, вылезай! Медичка? Граты в медичке рвутся.
душевный бот, а? Разумбаум. Кибер кто? Кибертрон. Кого-то гранатой взорвал. Сюда. 70 килограмм. Кстати, 44 прочности. А у Корунда было 43. Пойдет. Кто-то бегает. Да. Так, вовремя. Друг, тебе в голову прилетел 62-й патрон. Приятель. Ты хорошо себя чувствуешь вообще-то? Снайпер по мне стреляет. Или нет? Чё там за каска у него дефнула патрон, блин? Улач, походу. Идите. Идет. Крайний рейд на сегодня. Нормально. Смысл делать биткоин ферму первого уровня, если нет солнечной батареи? Не знаю, факт. Я не заморачиваюсь этим. Четверых. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.